Здравствуйте, дорогие пользователи интернета. Сегодня у меня в гостях необычный человек. Он также известен как Марк Цукерберг, Альберт Эйнштейн и Арнольд Шварценеггер. Все это сочлось в одном человеке, его зовут Роман. Здравствуйте. Здравствуйте. Премного благодарен, что вы соизволили прийти и посмотреть YouTube Shorts вместе со мной. Видео набрало 1,6 миллиона лайков и прямо сейчас находится в сети. Давайте посмотрим, что в нем происходит. А, можно провести какой-то промежуточный итог в этом видео? Как вы считаете? Есть какие-то мысли по поводу того, что происходит здесь в целом? Я процитирую, пожалуйста, Сайка, просто в этом моменте. Вот такая фразочка. Я даже не знаю, что сказать. Это пиздец? А ты отрицаешь? Ну, просто фраза «это пиздец», ты сказал, короче, не буду... Короче, у тебя фраза «это пиздец», она не до конца сказалась, потому что у тебя микрофон, видимо, я не зачитал. Хотя микрофон по качеству нормальный. Ну, давай продолжим. Знаешь, даже поржать нечего. Я думал, вот хоть одна из них упадет. Все, а это все видео, чтобы ты понимал, здесь 1,6 миллиона лайков. То есть буквально это КС. Я сейчас мне до шуток не придумал. Бля. 640 тысяч лайков. Что в наше время стоит 640 тысяч лайков? Как тебе? По-моему, довольно смешно было. Я лично... Я тигранул, блядь, уже после второго видео. Мне все хватит. Это как эрекцию вызывать, я не пойму, или что, блядь. Гайзер. Нет, это тяжело. Я же говорю. Вау. Вау. Вау, видите, правда. Как интересно, да, действительно. Не, ну над этим люди видео хотя бы как-то старались, блядь. Время тратили. Огурец, лук, чеснок, холодец, рыб, сосиски, помидор, рыба. Какое будет ваше мнение насчет данного YouTube Shorts? Ну, то есть, какие-то, может, опять же, мнения или... Есть какие-то мысли? Ты говоришь, ты даже пошутить не начал. Ну, это просто ужасно. Ну, я считаю, что мы просрали такие. То есть мы просрали этот мир. Кстати, нам придется прерваться на маленькую паузу, чтобы я принес Ролтон. Мы продолжаем смотреть YouTube Shorts вместе с таким авторитетным человеком, как Серега, и следующее видео. Почему такой гениальный контент набрал всего 3-4 тысячи лайков? Как вы можете прокомментировать? Мне кажется, это несправедливо. Мне кажется, не только несправедливо, но и очень неправильно по отношению к автору. А вот это. Ну, слушай, это... Так. Останови. Франк, конечно, мое почтение, вы на Lexus отдыхает. Не, ну, в целом, как 4-3 миллиона лайков, это достойно? Или люди поставили чисто за описание вот за это? Не знаю, ну типа.
Так это типичные будни в старице, по-моему. Слушай, если бы весь толстячка, который прыгнул с вышки, был Вилсаком, было бы круче. Ну, нам бы в полете успел сказать, что iPhone круто. По-моему, это реально смешно, это юмор 21 века, представляешь, вот потом люди через 100 лет будут смотреть. А давайте поучимся, может быть, в прошлом было что-то хорошее, отматывают на 100 лет, а здесь вот это. Знаешь, понимаешь, он даже упал несмачно. Вот и не даже этими своими. Так, мозг придумали в 1000. Что в 1000? Люди до. Слушай, этих лимов я уже расслабил. А сколько лет? Блять. Ну это действительно тяжело. Есть идея получше. Так, какая? Где можно еще больше покринжевать и похайповать. Чувак. Если ты выдержишь, конечно. А что если это? Если я. Что ты имеешь в виду? Ну, смени немножечко сорт говна это. А как? Ну, в куда хотя бы. В ВК клипы? Да. Не очень хочу, потому что там одни пранки. Вот там просто одни, блядь, пранки. Да? Если полистать, там 9 из 10 видео — это пранки, сука. Постановочные, уродские пранки. То есть, весь ВК клипы, если бы там убрать пранки, там останется, ну, 6-7 видосов. Типа, вообще там нечего смотреть. Почему я должен смотреть это заново? Я сейчас Ctrl-R нажму, блядь. Нет, мне тяжело смотреть. Блин, ну это Баян. Teacher Studio. Вот эти песни, блядь. Так, о, да. Так, Господи, бедные животные. Посадить за жестокое обращение. Да, вот этот, как его, Владислав Поздняков уже занимается отловом этих долбоебов. Надо обратить внимание. Данное видео удостоился 1,2 миллиона просмотров, лайков. Просмотров 10 миллионов 40. Это, как говорится, уже... Знаешь, в мире есть 1,2 миллиона человек, которым показалось, что это видео довольно забавное, либо смешно. Да, они, наверное, еще ТикТок своему другу. Меня утешает только вкусный роллтон. Что у вас еще есть? Здравствуйте, мне, пожалуйста, одну пепси. С вас еще 50 рублей. Как еще 50? На ценнике уже написано. Написано, иди нахуй. Правда. Это что? Чё за нахер? Блять, ну это хотя бы какие-то трюки, блять, и то чё-то сомневаюсь. Кто из вас старше? Мы перестали до того, что мне нужно. Оно. Оно. Кто из вас выше? Кто из вас... Как тебе? Мне кажется, интересно. Я хочу даже лайк поставить, но у меня вход не оформлен. Интересно. Вот это правильно. Малинки, такие вечеринки, зеленые тропинки, где тихо и свежо. Так, тебе, по-моему, довольно, по-моему, смешно. Малинки, такие вечеринки, зеленые. Кто из вас? Что? Подожди. Кто из вас? А знаешь, Рафул, когда мы смотрели это видео, минут назад здесь было 937 лайков, уже 1000. Скорость деградации, к сожалению, превышает все возможные. Так это...
Мы смотрели минуту назад, там было 937 уже косарь. Нет, я, конечно, все понимаю, но, по-моему, так нельзя, и это запрещено. Кто из вас старше? Знаешь, что я там? Так, говорим, да. Поисковик забивай Миша Тор. Что? Миша Тор. Забивай поисковик. Могу такое устроить. Не в Google. В YouTube. Зачем в YouTube? А, ты мне сказал, ну ладно. Я могу делать так, тогда. Корсар в вонючем озере, блядь. Хэтэн. Куда? Вот сюда? Не, не на стрим Жмелевского. Ты горела, плачешь, а покрою головой. Поплачешь. Это за Россию? Нет, то бы. Там у города. Ну, я тебе про этого, про Жмелевского уже рассказывал вроде бы. Довольно интересный контент. Подожди, а где у нас? О, блядь. Я просто... Там куча рофлов офигенных над ним было, в этом, в реакции на стриме. Типа, смотри... Нет, там, понимаешь, что... Ну, на канал вот найди, там есть, там найдешь ролик. Война 2022 обсуждение. А что там такое, блядь? Там вообще куча этих, блин... Давай, не стоим. И сегодня у нас ролик, конечно же, про то, что вы сами хотели. Вам залетел этот ролик очень сильно. Погнали. Теперь я ничего не слышу. Рубрика у меня, конечно, не могли все запомнить. Блять, тут надо делать но вот так. Но я расскажу про нее. Да, блять, не субтитры. Еще я что, слепой, что ли? Слушай, Геня. Понятно, ты согласна. Погнали. Как вы все помните, все начиналось с спецоперации. Путин решил завоевать Украину. Украина перестала нам поставлять. Путин решил завоевать Украину. Ну это действительно интересный канал, я его посмотрю, я думаю, потом, потому что у нас рубрик все-таки Ютуб Шортс. И я хочу узнать, что будет в этом видео, потому что здесь какой-то китаец японского происхождения с мексиканскими корнями. Ну. У нас... Сейчас. О, всякие... Ладно, вырежу, следующий. Я все равно ничего не услышал. Твой эксперт. Блять, надо смотреть очень долго. Смотри очень долго, ты... Ну, там YouTube Shorts, они бывают долгие, они бывают по минуте. Я так понимаю, что там пранк этот будет идти полгода. Первые попавшиеся картинки с интернета, с рандомного сайта с картинками. Охренительное видео, действительно трогает. Спасибо. Я вообще хотел спросить про то, что в начале этого видео на вафельке выливаются... Понос. Емик Исраф Этемьюн. Кстати, написано в описании, я думаю, это довольно мудрая мысль, запомни ее. И вообще я хотел пошутить про то, что в начале ролика выливается огромный чат с говном. Нет, этот чат вылили в YouTube Shorts. Блять, как вам промотать? Еще до конца долистал, это все? Как вниз промотать? Я не хочу это смотреть. Блять. Страшно, это действительно страшно. А, кстати, так как YouTube Shorts мне уже измотал голову, мне придется закончить очень резко видос. Вот, значит, всем пока.